Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про грейхаунда. Грейхаунд или английская борзая – собака с аристократической внешностью и уравновешенным характером. Несколько веков назад представители породы английская знать использовала как помощников при охоте на зайца. Сегодня грейхаунды ценятся не только за отличные рабочие качества, но и за способность быть хорошими компаньонами. Эти собаки крайне популярны в качестве питомцев среди больших семей с детьми. Это английская порода, называется она грейхаунд, большая английская борзая. Занимаюсь я этими собаками с 98 года. Это уже пятое поколение у нас собак. Это шоу собаки, так как все грейхаунды делятся на беговых грейхаундов, шоу-линии и рабочие линии, те, которые ходят на охоту. Эрика шоу-линии собак. Они очень удобная собака в содержании. Короткошерстные, уравновешенные. Грейхаунды – хорошо сложные, элегантные собаки. Рост в холке у представителей породы обычно составляет от 68 до 76 сантиметров, а вес, как правило, колеблется от 26 до 40 килограммов. Наиболее популярные окрасы у грейхаундов – белый, рыжий, песочный, голубоватый и черный. Грейхаунды – ласковые, но ненавязчивые собаки. Они очень преданы всем членам своей семьи. Представители породы хорошо чувствуют настроение людей, находящихся рядом с ними, и умеют подстраиваться под него. Грейхаунды – не конфликтные собаки. Они любят детей. С другими домашними животными уживаются хорошо. Они, как любые сворники, с кошками, мышками, любыми другими породами у нас есть еще уипет, чихуахуа. Все спят вместе. Уход за грейхаундом не сложен. Достаточно периодически осматривать глаза, уши и зубы животного, чистить их по мере загрязнения. Шерсть у этих собак короткая, ее необходимо протирать влажным полотенцем и расчесывать массажной щеткой пару раз в неделю. Моем по мере. Если я считаю, что собаку надо помыть, она моется. За шерстью уход легкий, поскольку собака короткошерстная. Гуляем мы три раза в день, утром где-то час, и вечером минут 40. Днем выходим, ну, чтобы сделали дела, поскольку дома есть возрастные собаки, которым уже по 13-14 лет. Ну, просто жалко, чтобы старички не терпели. Поэтому выводим всех. Средняя продолжительность жизни собак породы грейхаунд составляет от 10 до 14 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!